Вот она. Буганка. Мухомор, мухомор. Это мухомор? А, это мухомор. Ну покажи мне, какой грибочек. Ну какая красота. Ну покажи, что ты там насобирала. Уже есть немножко? Есть. Ну, есть. Нет, это мухоморчик. Мухоморчик. Скажу, вот такие грибочки собирать нельзя. Да, вот такие вот грибочки собирать. Не рекомендуем, они очень ядовитые. Да, они... Это мухомор. Это мухомор. Вот такие вот. А это тоже мухомор. Это тоже мухомор? Это бледная поганка, наверное. Нет, вот она мухомор. Грибочек собрал Галина. Покажи мне ближе. Он, правда, маленький, но ничего. Да, самое главное, чтобы он был съедобный. И вот грибочек. Вот такой грибочек я нашла. И вот еще. Вот еще маленький. Отличный. Мухомор не видела. Вот такие вот, их кто-то побил. Ну, они такие большие, красивые. Да, поганка, которую нельзя собирать. Да, но она такая тоже необычная. В общем, мы с Дариной пошли по поганкам. Видишь корзинку, смотри, какие красавцы я нашла. Здесь... Еще какой-то нашла мухоморы, целая полянка. Thank you.
Есть грибочки, так собирай их. Давай. Собирай. Ядовитые, а таких нет. О, это, наверное, можно собрать. Вот это дождевичок. Ставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Пока-пока! Вот, собрала Дарина грибочки. Целую корзинку. Тяжелую-притяжелую. Будем ехать домой и будем их варить, да? Или жарить.